тому, что знаете, что 3 месяца это испытательный срок, да, обычно, ну, в любых компаниях. И как раз этот срок, это который мы видим по Knowledge, первые результаты, которые мы видим по Wellness, да, первые какие-то мы видим и заметные результаты. И плюс ко всему, это время, когда ваш новичок, у него есть время для обучения. Вот я сейчас прохожу обучение в онлайн в школе английского языка. И мне сегодня на почту пришло письмо, но я думаю, что они увидели мой автоответ и не поняли, почему. Они мне пишут сегодня такое письмо. Любовь, мы заметили, что вы немножко отстаете в уроках и решили вам помочь. Если у вас есть 2 минуты свободного времени, почему бы вам прямо сейчас не выполнить какое-то задание? Но так как у меня стоит автоответчик, что я в командировке буду только в среду, но отвечу на ваше письмо, я думаю, они все поняли, почему я отстала немножко по урокам. Поэтому вот здесь очень важный момент. Пошаговое сопровождение, все инструкции, все видео, ну, все видео, все нагруженное. Я вам сейчас расскажу презентацию, а потом мы в онлайн-режиме включим, я покажу, что есть на этом сайте. Потому что для меня это было очень большим открытием. Ну, прям все собрано в одном ресурсе, делает, ну, как бы обучается на любом этапе. Какие у нас есть преимущества именно этого ресурса? Это все тренинги собраны на одной платформе. Теперь не нужно искать на сайте разделы, обучение, повышение продаж и так далее. У вас все есть на одном ресурсе. Вы зашли на этот ресурс, легкий доступ и на компьютере, и на смартфоне. Вы можете им пользоваться из 4, ну, как бы, только один уровень не обязательно, и дальше вы можете выбирать любое. И, конечно же, рассчитано на 90 дней, которые, вот, ну, как бы каждый урок у вас займет какое-то определенное время. Преимущества для лидеров тоже есть огромные. Почему? Потому что когда директор заходит в свой личный кабинет, он видит список людей, которые проходят обучение на этом сайте. И это очень классный момент, потому что когда мы новичку отправляем видеоролик, да, посмотрел ты, не посмотрел, что узнал, что-то не узнал, и это, ну, вот здесь очень, очень классный момент. То есть вы видите, где ваши люди, на каком этапе обучаются, где-то, может, подзастряли, может быть, она на прошлой неделе выполнила определенный ряд уроков и застряла, да, то есть, может быть, нужно где-то что-то помочь. Вам выходит прям таблица, и вы эту таблицу, я вижу, и вы эту таблицу можете выгружать в Excel-овский отчет, да, и видеть, то есть мониторить и контролировать, где как кто находится, да, и... Всех новичков вашей персональной группы. Это если менеджер или директор? Директор. Если это с кабинета директора, это отчет доступен для директора. А также, если у вас есть собственный сайт, вы можете вставить собственный сайт в этот ресурс. И человек, проходя определенные уроки, ему выпадает новое задание, что зайди на сайт и сделай, ну, то есть вы вливаете свои ресурсы какой-то в этот сайт, ну, в этот источник. Что здесь еще? Структура. Структура путеводителя такая. Главная страница и 4 уровня. На каждом уровне короткое обучающее видео. Задание. Опять же таки, задание вы можете, если человек выполнил задание, он ставит галочку и он идет дальше. Если он не выполнил или не досмотрел до конца, он может вернуться к нему заново. То есть галочку он ставит тогда, и у вас он в отчете появляется, что он прошел этот уровень, тогда, когда он поставил галочку и прошел какой-то обучающий. Если вы считаете, что, например, вот я когда тестировала его, я, например, считаю, там есть видео, как, ну, там абсолютно все, и руководство по продукции, и ассортимент продукции, обучающие ролики, как разместить заказ там 3 видами, через корзину, через таб, через быстрый заказ, то есть все эти видеоролики, они все собраны именно на этом, ну, на этом ресурсе. И, например, если я здесь, я как лидер, я хочу, чтобы мой лидер, ну, как бы мой менеджер, который обучается новичок, он написал какой-то ответ, да, то есть по прохождению этого задания. Есть такая кнопочка «Добавить задание». Я, например, написала там «Напиши скрипт продуктов, как ты создашь товарооборот на 150 баллов, там, личного ИТО, да, там, по прогонам». Или, например, «Напиши скрипт по акции лояльности 50-75 баллов», то есть по прохождению какого-то задания. То есть вы можете выгружать туда все, что хотите. Вы можете добавлять задания. Вы можете сами записывать видеоролики и загружать их на этот портал. То есть вы можете сами все делать так, как вам удобно. И это все привязано к одному номеру консультанта, все удобно. Причем при определенных заданиях, например, как пользоваться прайс-листом, когда ты нажимаешь на ссылку, тебя выкидывает на твою страницу в твоем личном кабинете, как бы, и ты выгружаешься в сайт. Ну, как бы, то есть оно подвязано под ваш номер консультанта, и здесь абсолютно все
И также онлайн-поддержка участников, 90 дней arifnet.com. Если какие-то вопросы возникают, вы пишите туда запросы, вам сразу отвечают на какая-то помощь. Что здесь есть? Здесь есть раздел «Размещай заказ», «Создавай товарооборот», «Приглашай друзей» и «Создавай команду». Ну, здесь не очень хорошо видно, но мы сейчас включим сайт, просто сам сайт поюзаем, посмотрим, я покажу, как это все работает. То есть где-то здесь есть текст, который выбрасывает на сайте, видна какая-то инструкция, где-то видеоролик, где-то нужно выполнить задание, где-то вы можете сами добавить задание, фотографию вставить, там, ну, я не знаю, все что угодно. То есть в линк туда можно любой ресурс, которым вы владеете, вы хотите, чтобы ваш новичок при прохождении определенного задания увидел что-то и выполнил, ну, как бы что-то увидел информацию лично вашей команды, лично вашу информацию. Примеры страниц, например, мне тоже вот очень понравилось, да, когда новичок говорит, ну как сделать там 100 баллов, я не понимаю. Вот, пожалуйста, тебе 100 баллов товар для женщин, товар для мужчин. Пример, это пример одного задания. То есть вы кликаете туда, человек зашел, говорит, ну я не знаю, что можно предложить людям на 100 баллов, или что мне сделать, какой заказ мне сделать на 100 баллов. Причем, ну, то есть тут все расписано, и как приобрести пробники, как использовать все абсолютно инструкции. То есть я даже не знаю, как вам подробно рассказать, там огромное количество информации, такой потенциальный ресурс, что ну, просто классный. И обратная связь после прохождения. Как только вы проходите какой-то определенный курс, то вам посвечивается баннер, поздравляют с путеводителем, вы прошли это с путеводителем, и вы можете дать обратную связь. Если вы как лидер считаете, или ваш менеджер, пройдя вот этот путеводитель, да, обучившись на этом портале, хочет, чтобы что-то как-то где-то там поменять, у него есть какие-то дополнения, он всегда может написать нам запрос, и мы будем его отреагировать. Ну вот, в принципе, у меня по нему все. Какие у вас вопросы? У меня много вопросов, но... Давайте, давайте мы подумаем на эту тему. На самом деле, пользование этим порталом даже для директоров еще очень-очень маленькое. Давайте, допустим, автор директоров, у кого большее количество людей пройдет. Я могу заходить и проверять, то есть мы можем все это контролировать, мы можем запустить такую акцию, чьи директоры большее количество структуры своей обучат, тут получат уже от меня какой-то вкусный подарок, как мы решим. Хорошо? Да. Будем сейчас юзать, посмотрим сам сайт. Давайте тренинг. Давайте тренинг дальше. Давайте тренинг, у нас еще есть время.